Сталкеры, внимание! Прошу внимания! Охотнику требуется помощь. Кто может помочь охотнику? У кого кишка не тонка? У меня попал в беду друг, надо выручить. Ну, слышь, мужик, ты мне, если там что-нибудь, ствол дашь там или какой-нибудь еще там денежку, я тебе помогу. Сталкер, подойди сюда. Ну вот, я рядом с тобой стою. Ты просто меня извини, я тут немного нервничаю. Короче так, я тебя не обижу, но у меня друг попал в беду, его подстрелили, он лежит раненый, прислал мне на ПДА сообщение. Но я к нему выйти не могу, старый я уже, да и у меня, как говорится, дрожь в руках, я не могу стрелять. Выручи моего друга, и я тебя не обижу, будет тебе подгон хороший. Ну слушай, смотри, у меня только дробовик, короче, ни ПДА, ни хера нету, несколько патронов, как бы. Думаешь, сейчас получится? Мне хотя бы карту надо. Да, вот смотри, я тебе сейчас дам свой ПДА. И на нем будет отметка, но отметка не там, где мой друг, потому что к мне только половина сообщения пришло. Вторая половина находится у одного человека, а он сейчас на выселках, ну, немножко лечится от радиации, как здесь у нас всех принято. Ну, понял. Короче, тебе нужно будет, вот тут Сидор стоит рядышком. Так. Я ему сообщил. Ёпта. И он уже это знает. Ты подойдешь, прикупи у него бутылки 3-4 водки. Ну и можешь еще дополнительно ПДА прикупить. Одно. Так. А я сейчас свое дам с отметкой. Вот, смотри. Вот, возьми, на нем отметка есть. Ага, понял. Сидит, который получил вторую половину сообщения. Именно у него про моего друга. Так что давай, прикупись маленько и иди в ту сторону. Там дальше по ситуации. Ну, понял. Немножко он тебе тоже отсыпет, Сидор, немножко. Так, ну а тебя-то что ему передать? Ты когда придешь, бутылку держи, когда будешь к ним подходить в руках. Не ровен час пристрелят. Так, ну у меня, конечно, с собой есть. Они тебя увидят, подпустят. И скажи, что ты от охотника, что тебе координаты нужны раненого друга охотника. Они уже в курсе, я им послал сообщение. Так, ну понял тебя. Что тогда сейчас не отходи, короче говоря, я быстренько заряжусь всем необходимым и подойду. Давай. Я куда пойду? Я тут, я уже старый. Понятно. Сейчас, погоди. Так, ну что, я, короче, закупился, как бы, чем надо. Сейчас, что там по карте-то вообще? Ну, вот, возьми ПДА в руки, открой его. Там отметочка есть на карте. Человечечка одного, который знает координаты моего друга. Угу. Ну вот, вижу отметку. И что там? А что ты говоришь там? Кого-то там подстрелили? Так-то не близкий путь, слушай. Там только человек находится, который знает, где моего друга подстрелили. А где тут это? А кто его подстрелил? Я не знаю. Мне короткое было сообщение. Выяснить можно потом. Это дело, конечно, опасное, но самому мне, ну никак. Не могу я в людей стрелять. Хоть ты убей. Зона не дает. Да, это я понимаю, просто как бы. У тебя есть задатки. Ты должен справиться. Сталкер, пожалуйста, ты должен справиться. Я в тебя верю. Ладно, ладно, мужик, это самое. Короче говоря, сейчас что получается, короче, я побежал туда, значит, ты там про водку говорил, типа, водки я взял. Надо где там, в руки взять? Ты, короче, бутылочку на подходе в руку помаши, чтобы видели, что ты водку несешь. Я им скинул информацию на ПДА, что я им водочки послал с человеком. Ну и, кстати, как тебя зовут? Я им сообщу твой позывной. Да меня Туманом зови. Так меня величают. Давай, Туман. Ты как раз, у тебя имечко-то нормальное. Прососишься и не заметят тебя. Ты, главное, к ним, когда будешь подходить, водочкой помаши. Нервные они в последнее время какие-то там все.
Так, ну понял тебя. А так вообще что скажешь? Местность как тут вообще? Я тут впервые. Тут местность такая, есть моменты, и зверье есть тут разное страшное, но это все обходить можно. Самое главное опасное зверье — это люди, у которых совсем мозги перемкнуло. Стреляют по всем, пытаются нажиться на чужом горе. Вот им не попадись. Да со зверем-то проблем нет, мой дробовичок мне неплохо послужил это время. А вот с людьми согласен. Ну ладно тогда, давай, чё, пойду, будь здоров, не хворай. Давай. Кривых дорог тебе, сталкер, в зоне. Прямая дорога только к смерти. Вечер добрый. Добрый, добрый. Какими судьбами стал ты? Да вот тут отправил меня человечек один. Говорит, помощь ему нужна. Ищет друга своего, информацию надо получить. А как человечка звать? Охотник зовут. Знаем таких. Ну вот, как бы помощь, говорит, ему нужна. Я как бы мимо проходил, мне сильно тоже тут это самое. Хотелось бы по-быстрому бы разрулить, все-таки вроде человек неплохой, помогу. Вот, поэтому если как бы это все, то я тогда пойду. Слушай, мне тут как бы дежурить до вечера, а дровишки у меня заканчиваются. Отойти я сам отсюда не могу. Ты бы помог мне. Сложно, конечно. Я думаю, время немного не займет. Дровишек тебе порубить? Да, мне дровишек, а то как бы ночью тут темно. Не, ну с дровишками помогу, топор есть, а много тебе надо? Да штуки 4 бревнышка притарабанишь, и я думаю, в принципе, хватит. Ну вопросов нет, погодь, далеко не уходи. Да я-то не уйду. Вот, держи дровишки. Ты вот здесь их справа скинь как-нибудь аккуратненько. Справа. Да, все правильно.
Спасибо тебе, сталкер. Проходи. Здорово, мужики. Здорово. Как оно? Это кто такой будет? Да я Туман. Тут как бы прохожу мимо. Человек просто попросил зайти, узнать информацию про друга своего. Говорит, какие-то там плохие новости там, слышал он. Вот ему надо уточнить. Охотником зовут, как бы знаешь, не знаешь. Просил водку передать, говорит, ты поймешь. Есть такое дело. Есть информация для тебя. Есть. Сообщили мне по тебе, что ты вышел, брат. Сейчас я тебе попробую передать это все. Так что ты говоришь последнее, я не понял. Тебя хапанули, брат. Хера. Так, что, держи водки-то. Да скидывай, заберу, брат, спасибо. Пару бутылок есть с тобой, ты уж не серчай. Давай, я сейчас тебе на КПК-шку брошу. Давай, давай. Информацию. Давай. Ну, пойми правильно меня, брат. Сейчас мне вообще просто мутит очень дико. Не могу вообще попасть сюда куда-нибудь. Надо закусить просто, водки выпил много. Я понял. Слушай, я вот только не понял. Ты говоришь, на КПК скинешь. Это куда-то опять надо идти? Да нет, брат. Надо, блин, закуски к этой водке, а то желудок не принимает. Закуски? Боляски рот. Блин, как-то надо выводить. И что ты предлагаешь? Не принимает без закуски. Закуски тебе надо? Брат, в общем, у меня рыбачок есть такой недалеко. Ёпамать. Так, километров 50. Ну, как-то надо быть, не знаю. Он иногда бывает близко подходит, а иногда уходит далеко. То есть ты не знаешь? Надо рыбку у него взять. Хоть... А он точно там? Ну, хоть одну там, хоть какую-нибудь, хоть занюхать. Брат, выручай. Так, понял, понял. Так, и много рыбы тебе от него надо? Одну рыбку хотя бы принеси, мне хватит. Нет, из-за одной рыбки? Ты смеешься. Ну да, ладно, что, вопросов нет тогда. Какая нужна рыбка? Я понял, понял. Ну пойду прогуляюсь. Она занюхает все остальные рыбки, поверь мне, брат. Давай, удачи, мужик, скоро буду, надеюсь. Доброй тебе дороги. Тебе доброй дороги. Вечер добрый. Вечер добрый. Да, привет, сталкер. Тебе привет, привет. Да вот, тебя не Светский зовут? Ну да, кличут меня. Ну, слушай, забрался ты, конечно. Я тут уже пол речки туда-сюда сбегал. Да ищут тебя, это самое. Отправили меня гонцом за рыбой. Говорят, ты тут рыбачишь. Да, вот, да, я тут рыбачу, но есть одна проблема. Опять проблема. Клюет-то рыбка. Да что ты будешь делать? Да, клюю я старым дедовским способом. Без наживки, скажем. Вот, я бы тебя вообще вознаградил бы чем-нибудь. Ну, например, как раз и рыбкой. Если ты бы пошел, скажем, в деревню за наживкой. Тебе нужно пройти к башне водонапорной. Там стоит человек. У него и возьмешь что-нибудь. А потом приди ко мне, и я тебе достану эту рыбку. Да что ты будешь делать? Ты не представляешь. Все началось с одного просто предложения прийти, спросить и уйти. А оказалось, короче, ты уже третий человек, который попадаешься мне по пути. Ёлки-палки. Точно поймаешь? Да, точно. Ну смотри меня. Да не боись, сталкер, не боись. Так, значит, водонапорка. Где-то я ее видел. Да-да, я пробегал, кстати, рядом. Ладно, далеко не уходи. Я тебя найду. Несколько. Несколько? Запомни. Какая? Которая в деревне, запомни. В деревне? Ну, а там как по пути? Что-то меня ждет по пути. Ну, скрывайся в лесах. Я тебе вот что скажу. Бандиты иногда шастают здесь. Бандиты тут часто бывают? Ну, иногда, да. А как они вообще себя ведут? Ну, в кустиках прячутся. И вдруг говорят, руки вверх. Ну... И что делают? Раздевают сталкера. И что? И без ничего бежит.
Понятно, как обычно, короче, бандиты везде одинаковые. Ну, могут пристрелить, если ты не без ничего. Да ты чё, даже до такого доходит? Ну, всем деньги нужны в зоне. Понятно, ну слушай, ну это же, короче, туда-сюда, пока я приду, я тебя тут-то найду, нет? А, найдешь, найдешь, не переживай, я пока попробую, может, что получится. Ну смотри тогда, короче говоря, будем надеяться, что я вернусь. И, значит, у нас с тобой... Давай, ну ты представляешь, это все из-за какого-то куска рыбы. Бывает. Бывает. Ладно, давай. Не хворай. Удачи, сталкера. Пути. Эх, не клюет. Приветствуйте. Ну здорово, какими судьбами? Да вот тебе отправил человечек. Говорит, у него там с рыбалкой проблема случилась. Нужна твоя помощь. Он говорит, что ты знаешь, что нужно. Червей там, да, наживка там или что типа. Ну вот, смотри, я же просто так, естественно, тебе ее не дам. Да ты чё? Не может этого быть. Ты представляешь, ты уже не первый, от кого я это слышу. Чё? Понимаю, ну, зона, что сделаешь? Зона. Ну смотри, просто так я отсюда просто уйти не могу, а пить страшно хочу. Пить? Расходить, да, просто чего-нибудь попить мне взять. Попить чего-нибудь. Ладно, сейчас, далеко не уходи. Да я тут.
Опа. О, вот он ты. Я тебя уже потерял. Так, слушай. Что принес? Ну, слушай, короче, я не знаю, что тебе надо. Не уточнил. Я, короче, взял водки, короче, и взял воды. Что тебе? Давай водку, будем лечиться. Водку? Да. Держи водки. Я тоже тогда, пожалуй, бахну. За знакомство. Ты что тут делаешь вообще? Сижу, охраняю ящик, вон тот синий. А то сталкерня приходит и всю тушенку и наживку забирают. Печально. Как вы до всего этого докатились-то? Да вот, молодежь у нас такая. Молодежь? Невоспитанная у вас молодежь. Да, ну что, держи наживку, как обещал. Давай, давай. Интересная у вас наживка. Так, ну понял я. Ну ладно, чё, пойду я тогда. Удачи. Ну, может, чё передать там товарищу твоему? Да нет. Нет? Ну ладно тогда, давай, не болей. Ты, Иван, тебе не хворать. Ну, а ты все сидишь? А, я немного вздремнул. Вздремнул. Ну что, принес? Да принес. Как не принести-то? Я ж тебе говорил, что принесу. Ну, а ты не верил. Я уже думал, что ты сгинул за ним. Да, надеюсь, что мне никуда не надо будет сейчас опять что-нибудь идти нести. А то я уже... Вон, держи. Рядом у тебя кинул. Не вижу. Так. Как уловчик-то у тебя? Нормальный, нет? Да, чуть-чуть там маленькое наловил, потом отпустил. Понятно. Так, заходим в водичечку. Посмотрим, что сейчас будет. Ждем. Ого! Ой. Клюет. Стягиваю. Так, посмотрим. А вот что и нашли. Опа, это что такое? Это и есть рыбка. Рыбка? Ладно. Смотри. Вот тебе от меня за знакомство, скажем так. Видишь? Вижу. И возьми вот это. Так, сейчас. А ведь красивая рыбка. Аж жалко отдавать. Ну, ладно, не суть. Держи. Это что за чудо такое? Золотая рыбка? А, обычная рыбка, а ты что думаешь? Аномалия все сделает в этой зоне.
Вот оно что. Вот значит, им какая рыбка-то нужна была. И чё? Частенько ты так их ковыряет? Может быть, часто, может быть, редко. Это как попадется. Вот это пироги. Ну и ясно. Ладно тогда, это самое, мужик, давай тебе удачи. Я... Давай, брат. А то и так уже задержался. Ладно. Вечер добрый. Как вы тут? Крепитесь? И тебе вечер добрый. Так, ну чё, короче, принёс я вам вашу рыбку-то. Принёс. Да, оказывается, непростая рыбка-то. Держи. Ну, каждому твоё. Так. Чё, закуску принесли? Слушай, что за рыбка-то такая непростая, а, Фрэнсис? Да, я сам не знаю. Я думал, обычную рыбу принесут. А этот товарищ... Есть это будем. Этот товарищ-то набрался. У вас что, еще есть, нету ничего? Есть, нету ничего. Да, ничего нету. Надо как-то... Тебе координаты нужны, да? Да, мне нужно узнать все-таки про этого человека. Хоть что-нибудь тебе передать. КПК не у меня, у него. У него? Вставай, братан, вставай. Эй. Кто тут? Тут координаты спрашивают. А, сейчас сброшу, погоди. Сейчас, погоди. Вижу, хорошо тебе. Да, я поспать прилег, а он уже на... Да, я вижу, он уже такой веселый сидит. Аж паник. Че у вас вообще? Вы-то тут что вообще делаете? Да? Пункт наблюдения. Брат, посмотри на КПК, посмотри. Принял. Сейчас. Сейчас будем разговаривать на эту тему. Так, ну слушай, вижу я, короче, метку твою. Далековато, это что, через речку надо, получается? Речку, да, надо. Брат, а речка не глубокая. То есть он точно там находится, да? Аномалий нет. Главное, смотреть, привязки не было, право было. Так, я, конечно, уже ничего не разбираю в том, что ты говоришь. Но я так понял, этот человек там меня ждет, да? То есть, которого я ищу. Да, это раненый наш товарищ. Раненый товарищ? В момент там, когда сбрасывал жизнь. Может быть, он отполз. Ну, в районе этого ищи, где потом пару километров. Так и чё у тебя, товарищ раненый, ты напился, а? Негодяй. Я, блин, нажрался, не смог вообще ничего. Чё там с ним произошло? Чё нужно ему? Чё ему нужно принести? У меня есть аптечка. Аптечка. Значит так, стимулятор морфий и ну хотя бы одна кровь поправить. Короче, понятно, понял тебя, полный набор. А ты тут сидишь. Ну все, я короче. Давай я тебе помогу за этого. Понятно. Все, ладно, давайте, мужики. Время поджимает, там человеку плохо. Короче, давайте увидим.
сталкер. Мужик, Север, я тебя-то я ищу. Чё тут у тебя приключилось-то? Да, Север. Да по нужде сел в куст. Бок прострелили, прикинь. Да ты чё? Я вот ты счастливчик. Да. Ты как, давай на, лечись, Карина. Он тебе аптечку скинул. Я так понял, тебе полный комплект должен помочь. Да. Вот ты угораздила тебя присесть. Да ты прикинь, не в тот куст, походу, сел просто. А чё, кто стреляет тут? Бандиты, что ли? Я не знаю, кто. У меня водку украли, прикинь. Ну все, пиздец. Все оставили, пушка на месте, деньги на месте, водку украли. Найду, убью. Новички, наверное. Новички. Бывает. Ох уж эти новички. Ой, спасибо тебе, сталкер. Слушай, ну мне еще херово, ты можешь меня до деревни провести? У меня там... Пойдем. Тебя этот ищет, охотник, короче. Я думал, он будет рад тебя увидеть. Я скидывал сообщение часов 5 назад. Я чуть не стоп, пока ждал. Ну, блин, хорошо, что ты меня дождался, потому что, короче, твои ребята, я смотрю, вообще там нерасторопные. Водку пьют? Водку пьют, да. Ой, слушай, я быстро сейчас бежать не могу, подождай, я приду. Давай, я буду впереди чуть-чуть. Давай. Меня друг-то там подлечит нормально. Да, ну хорошо. Давай, угораздило здесь. Да тут вроде место-то безлюдное. Пройти сюда сложно. Хотя как кличут-то? Да меня Туманом зовут, и вообще устроили мне тут твои ребята экскурсию по зоне сегодня. Думал, что за... Да думал, за рыбу за какую-то, короче, из-за нее весь сыр-бор, а оказалось артефакт какой-то. Рыба-артефакт? Ну, какой-то там они его так называют. Это рыбак, что ли, поймал? Но топором он там. Понятно. Так они ее не едят, прикинь, они ее водку подмешивают, чтобы градус поднял. Вот оно что. Это у них такое, да. Водки уже мало уже. Ну я заметил, ему сегодня хорошо было. А ты все как давно в зоне? Да не особо. Новичок? Ну типа того. Ну блин, нашел меня вообще. Так если б не твои там эти товарищи, я бы точно тебя не нашел. Ну спасибо, товарищ. Блин, как мне повезло. Сам-то ты что тут? Первый. Я искал артефакт. Нашел? Нифига я не нашел. Водку только потерял. Под куст сел бы. Не повезло. Прикинь, ствол мне забрали. Деньги на месте, все на месте. А водки нет. Да. Самое дорогое сперли. Бывает. Так что надо быть аккуратнее, даже когда садишься по нужде. Да тут моя тропинка такая, тут никого не бывает. Я тут спокойно хожу уже. Все исследовал. Где твой друг? Охотник. А? Чё? Ща? Кто? Здорово, дружище. Блин, Север, блядь. Я думал, тебя уже не увижу живым. Да я сам думал, что меня уже не будет. Ты сам дошел, али помог кто? Помог мне. Знакомься, Туман. Да чё знакомиться, я же тебе его и посылал. А чё сам не пришел? Руки, ноги. Да, как всегда. Ну не могу я, если кого-то прибить надо было бы. Я бы не помощник тебе был. Ну, сталкер, ты большое дело сделал. Я тебе вот что скажу. Дробовичок у тебя, конечно, хороший, спору нет.
А вот против людей он как-то не особо. Вот смотри, есть у меня вот такая вот пушечка. Сейчас, видишь ее? Да. Что это за агрегат такой? Интересно. Вот, вот этот агрегат сейчас твой будет. Это часть оплаты. И подожди чуть-чуть. Сейчас. Блин, дайте проснуться. Сонный как мух. Да вообще сонный. Так, ага, вот нашу. Смотри, бери сразу, а то бы как не сперли тут вокруг. Крутится. Давай, давай. Всякое. Только я его не вижу пока. Вот сзади, смотри, вот он лежит передо мной. На земле, подойди, посмотри внимательно. Все вижу, забрал. Вот, жди, сейчас остальное отдам. Слушай, такой ничего автоматик. Да, я сейчас тебе пойду водки налью. Да ты че, Бабу. Нормально? Ну ты ж мне жизнь спас. Да че, какая жизнь? Просто пришел, принес аптечку. Ну это дорого стоит. Ну водки точно. А это что за товарищ? Прилет. Стоп. Да, видимо, Сидор его обманул. Бывает у нас такое. Хитрый у нас торгаш. Что-то мне его лицо не нравится. Какой-то он подозрительный тип. Ну, хитрюга еще тот. Так, где у нас это... Иди деревья руби, блядь, давай тебе вот деревья нужны. Пойдем на улицу, выйдем, свежим воздухом подышим. Деревья, сидр еще будешь продавать, ему нужны дрова, ему это пить печку. Да-да, отдельный вес будет. Вот. Туман, подойди поближе. И сотку тебе набьешь, и две набьешь. Подрабаш мой старый. Да я понял уже. Блин, дробаш поднимай. А нет. Вот, держи кое-какую защиту. Нормуль. Благодарю. Не ахти, но поможет. А дробаш подбери, подбери, в руки возьми. А он против монстров хорошо пригодится. А тот стволик, оба. Костерчик запалили. Хорошо. Так, ну слушай, нормально чё? Ну, вот так вот. Могу я тебе даже в качестве премии... Противогазик у тебя не такой хороший, как должен быть. Ну, слушай, я не откажу. Вот мой противогазик, возьми. Я-то да. Уже не хожу в ходке, а тебе пригодится. Понял тебя. Благодарю. Ну и по бокам, да? Водочки надо тяпнуть. Да, давай. От водочки не откажу. Знаком. Кстати, мужики, а вот патроны, магазин на автомат какие? А это сейчас бахнем, я не бахнем, я тебе куплю и патроны, и магазины. Давай, давай. И даже прицельчик дам к нему. Ну ништяк. Я давно хотел, я уже могу давно ее купить. Но там, блин, извини, грохнули тебя, и где ты возьмешь магазины? Магазины тут на прачке. О, а водочку-то хватать надо взять. Я не помню, есть, нет. А я ее, кажется, всю, блядь, забрал. Стой, сейчас... А у меня есть бутылка.
Я выпью за компанию. Я на старости лет жадным стал. В этот, конечно, лучше. А я сильный. Ну, да, да, давайте присядем. Борода получается. Ну, я вот сегодня сотку набил. Я только с работы. Кем работает? Ну, тип на мясокомбинате работает. Даже не тип, а как оно ну, есть. Ага, ну а я по контракту служу в Москве уже 5 лет. Ну ты нормально военный. Что в военный не пойдешь? Здесь. Да ну нахер. И в жизни военный, и в игре военный. Не, не пойдем так. Ну чё, сталкеры, давайте... Намахнем, что ли? По 5 капель за удачное ваше возвращение. И за то, что вы живы, здоровы дошли. Давай, за это стоит. Давай. Ой, блин. О. Как-то меня пробрало. Нормально. Нормально. Хорошо, пошло. Закуски. После первой не закусываем. Вторая. Давайте, сталкеры, за то, чтоб ваши пути в зоне были кривые-кривые. Потому как прямой путь ведет только в могилу. Не чокайся. Ну чё, сталкер Туман, давай до конца расчет получишь. Давай. Вот, подходи, смотри. Вот на ту пушку, что я тебе дал, пара магазинов снаряженных. Хорошо. И прячик вот такой. Хорошее подспорье будет. Все, нашел. Благодарю. Ну как? Сразу видно. Сталкер. Да. Ну, сейчас убирай это за плечо, то нервничают люди. Ну чё, Туман, не рассчитывал на такой благодарность? Да нет, конечно. Думал, будете меня там мурыжить, а потом еще в конце чё, кинете. Туман, да нет, запомни, охотник не кидает никого и никогда. Ну, всё, если захочешь поработать еще, подходи, найдем какую-нибудь работку. Ты хороший товарищ, поэтому можем и посложнее тебе что-нибудь доверить. Ну, ну давайте, удачи вам. Все, понял. Ладно, увидимся еще. Давай, Север, счастливо. Давайте, счастливо. Может, зона нас еще сведет. Наверняка.